дважды Герой Советского Союза, генерал армии Белобородов. Победа под Москвой имела огромное военно-политическое и международное значение. Она явилась началом коренного поворота в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы в декабре 1941 года без превосходства в силах перешли в контрнаступление и отбросили врага от столицы нашей Родины на 150-300 километров. Немецкое фашистское командование все предусмотрело для проведения парада по случаю взятия Москвы. Они подготовили и парадную форму, и пропуска на Красную площадь. Не вышло. Они не учли главного — преданности советских людей своей Родине.